Всем привет, с вами Ажелео. Сегодня у нас будет битва Кибер-Пегаса и Lightning Eldrago. Давайте начнем с защитного стадиона. И потом перейдем на атакующий. Дрэга выиграл в первом раунде 1-0. Во втором раунде победил Кибер-Пегас. Третий раунд. Ну и пока еще 2-1 в пользу Кибер-Пегаса, может что-нибудь изменится на атакующем стадионе. Давайте посмотрим. Вау! Мне сейчас придется идти за Эльдрэго, потому что это 3-1 в пользу Кибер-Пегаса. Четвертый раунд. Вау! 3-2. Все еще против Пегаса, но очень мощный удар был. Финальный раунд. Сегодня мы провели бой Lightning Eldrago и Кибер-Пегаса. Очень классный бой, очень много раз боевые дэвы вылетали. И Lightning Eldrago понес слегка небольшой урон, потому что отлетела у него часть от кольца энергии. Ну, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.